Страх не пройдет. Давайте пропустим генераторы. Ага. И так будет как... Только ночью. 2-3 часа. 12 ночи до 2. График никакой не соблюдает. Первые 5 суток мы вообще сидели с диабетом. А теперь нам дают 2-1,5 часа в лучшем случае. 3 часа один раз нам за все время. Это в сутки. В сутки. Более того, наши дома не все газифицированы. Перед тем, как идти в администрацию, наши жильцы собрались и пошли к начальнику нашего энергетику этому. И он сказал, что свет у вас есть 6/6. И показывает журнал, который якобы вот... Написан. Можно договорить? Якобы вот он нам подает свет. Значит, то есть напрашивает вывод, что топливо воруется и списывается, а света у нас вот тот свет, что дается, мы не можем не помыться, мы не можем согреться, потому что холод в квартире, мы не можем попить чай, невозможно покупать детей, у кого они есть, малыши. Ну, просто если городу дается свет 6/6 часов, вот даже кому-то больше, ну, центр горит постоянно, вот, мне кажется, ни рекламы, ни витрины, ничего, вот, то почему нам дают по 3 часа? Почему город не решает наши проблемы? Чиновники таким образом провоцируют людей на крайние меры. Они сами провоцируют людей. Люди на грани уже, просто на грани. Нас никто не слышит. От нас все отказались. Вот я упала в темноте, смотрите, вот у меня перелом. В пятницу я упала. Сидят на электро. Вообще в холодной квартире без еды, без ничего. Больше половины разогнать невозможно. Так, я без света. Я слышу, я точно так же сижу без света. Неправда, не так. Не правда, да. Со светом. Мы не уйдем с дороги. Товарищи пешеходы, я требую, чтобы вы покинули пешеходные переходы и проезжие части. А мы требуем света. Подкиньте пешеходный переход. Подкиньте пешеходный переход. Я еще раз говорю. Мы слышим. Прекратите противоправные действия. Я вас предупреждаю. Я вас предупреждаю, что вы совершаете противоправные действия.